Росса и Сидас обеспечить охрану этого места. Путешествие — хорошая вещь, но туда не очень легко попасть. Это нелегко.
Называйте меня, все что хотите, назовите свою цену. Тамари Волса, где она? Волса? Я не знаю никаких Волса. Ты говоришь? Я с вами. Они меня спросили о новом виде мертвых палочек из Бёндлгора. Я больше ничего не знаю. Он знает, он со звезды Мана. Отпустите меня! Освободите сенатора, иначе мы откроем огонь. Сделай это, сделай, скажи, где охотник. Отпустите его, немедленно! Как ты желаешь. Нет, подождите. Сжечь его!
Хороший знак, Дженгл. Ты скоро получишь свои деньги. Я думаю, ты права. Итак, что ты знаешь о субботе? Суббота — это осел. Большая фигура в мире министерства. Если бы он имел дело с Бендл Гроу, он бы имел наименьшую часть с этой сделки. Попробуй войти в его доверие и стать к нему ближе. Я думаю, я подберу более удобный вариант. Да, я могу представить себе это. Если ты будешь ждать от него приглашения, то я уверена, Суббота никогда не рассчитывается на это. Надо сделать Субботе подарок, а не подкидывать ему плохие идеи. А как насчет встречи с ним? Звучит здорово, но мы говорим о суперзащищенной тюрьме. Ведь никто не сможет вытащить кого-нибудь оттуда. Это просто еще одна работа. Я подремлю часок, чтобы набраться сил. Проверь, нет ли поблизости Монтроуз. Я проверю. Нет ничего. Отлично. Есть время для отдыха. Дженгл, дорогой, ты слишком много работаешь. Брось ты эту охоту. У тебя же есть деньги. Найди себе хорошенькую девушку. Осядь. Заведи ребенка. Это не может продолжаться вечно. Особенно в таких делах. Не сейчас, Росс. У нас проблема. Наши контакты провалены. Это временно. Коррумпированные политики легко убираются. Как бы там ни было, мы не можем больше допустить таких разрушений. Если эти наемники нападут на нас еще раз, мы заключим с ними сделку. И они будут работать только на нас. Транспорт 1729. Посадка разрешена. Открыть шасси. Прием. Вас понял, контроль. Продолжайте. Капитан, у меня сработал датчик. В чем дело? Возможно, это биосигнал, который мы подцепили на карго чуть раньше. Датчики еще горят? Нет, все в порядке. Вы правы, это просто ошибка. Активизировано. Давление нормальное. Росс! Извини, Джангл, мне не нравится эта ситуация. Наверное, астероид, из-за этого я уже теряю слух. Вы понимаете, что вы видите? Ха-ха-ха, ты такой нежный, где ты? Я на поверхности, я собираюсь оставить багаж в грузовом порту. Я надеюсь, план тюрьмы у тебя не в другой сумке? Я буду осторожен, я буду действовать по плану.